Всем привет, ребят! С вами Алексей24 и у нас первый взгляд на бесплатную раздачу с Epic Games. 8 по 15 сентября можно совершенно бесплатно забрать две игры, плюс одно дополнение, в Epic Games Store. В данном видео мы кратко рассмотрим каждую из игр, помни играть в них или забирать их решать только тебе. Ну что, не буду затягивать. Погнали! Hundred Days позволяет окунуться в мир виноделия. Игрок станет предпринимателем, который управляет собственным бизнесом в сфере алкогольной промышленности. Необходимо решать множество задач, начиная от выбора продукта до его продажи. Чтобы развиваться и расширять компанию, стоит следить за спросом на рынке. Каждое принятое решение влияет на качество и число бутылок в партии. Чем лучше созданное вино, тем выше репутация производителя. Благодаря повышению своего статуса вы сможете поднять цены на продукцию. Чтобы привлечь покупателей, нужно спроектировать форму, цвет и другие особенности дизайна бутылок. Геймер может выращивать несколько сортов винограда. При выборе рассады стоит учитывать характеристики почвы, чтобы получить максимально большой урожай. Также нужно следить за своими плантациями, вовремя обрезать кусты, собирать спелые плоды. Защищайте сад от различных болезней при помощи профилактических процедур. Когда дело дойдет до производства, подберите подходящие бактерии и дрожжи для процесса брожения. Вы сможете контролировать этап выдержки, решая, сколько времени должен настаиваться напиток. Готовые товары продавайте через собственную сеть магазинов, управляя маркетинговой стратегией, учитывая социальный фактор. Следите за тем, что больше всего нравится вашим покупателям. И, конечно же, давайте им желаемое. Начальный набор Epic для Realm Royal Reforged. Эта игра изначально идет для нас без раздачи, бесплатно. Суть раздачи, как уже сказано выше, это бесплатный набор. Приобретя начальный набор Epic, вы сразу получите облик убийцы Острие Смерти, облик цыпленка Берсеркур и скакуна Нагарда. Запрыгивайте в седло, куйте легендарное оружие и завоевывайте победу с Realm Royal Reforged уже сегодня. Что вообще это за игра? С набором-то мы вроде с вами уже разобрались. Но вот вопрос, зачем и куда? А игра это, ребята, шутер от третьего лица. В жанре королевской битвы, Realm Royale, показывает всю мощь заклинаний многопользовательского жанра и силу Battle Royale. Мир игры — это случайно разбросанные предметы и заклинания на территории заранее выбранной карты. Перед стартом игроку предлагают выбрать класс, а потом сразиться за теплое место под солнцем в поиске скакуна или такого снаряжения, которое точно оставит вас победителем. Основная цель игроков на карте – это выбраться с нее на белом скакуне или оставаться в живых после того, как остальные соперники уже умерли. Это классический сценарий для любой Battle Royale игры. Однако в RR совершенно другое развитие персонажа, нежели в играх подобного жанра. Здесь мы прибываем на карту с нулевым абсолютно снаряжением, как и в подобных играх. Однако за считанные минуты мы можем прокачать наши магические способности, раскрыть потенциал персонажа, пока гонимся за золотой короной. А можем вообще собрать самое смертоносное оружие, модернизировать его, плотно сесть в отдаленной башне и наносить сокрушительные выстрелы, удары по соперникам. Баталия совмещает в себе не только стандартное PvP на открытой локации, но и тактическое применение найденных предметов. Поднимайтесь высоко в воздух и убивайте врагов сильными заклинаниями, которые вы найдете на территории всей карты. Путешествовать между локациями можно на коне, а можно и на своих двух.
Если вы решите оставить аминное поле после себя, то призывать скакуна не обязательно. Создайте уникального чемпиона на карте Королевской битвы и станьте победителем, пока другие игроки охотятся за бессмысленными арбалетами, луками, снайперскими винтовками или автоматами. Главное ведь магия. Вот такой вот был обзор бесплатной раздачи с Epic Game. На моем канале я стараюсь каждую неделю делать обзор на бесплатные раздачи. Еще на моем канале выходят различные прохождения игр. Заходи, будет интересно. Ссылки на плейлист и весь контент будет в описании под видео. Подписывайся на канал, ставь лайк. Мы увидимся в следующем видео. Всем пока! Пока-пока-пока!